47 квадратных метров космоса в 69-й самарской школе. В обычном классе пятый год работает необычный музей. Старшеклассники собирают космические реликвии, их уже 300. Проводят экскурсии. Основатель музея и руководитель Куйбышевской школы юных космонавтов, летчик-испытатель, герой Советского Союза Аркадий Сергеевич Бойцов. Космос – это наше будущее, оно должно развиваться, поэтому мы должны это все продвигать, поэтому я стараюсь интересоваться именно космосом. Космическая тема была популярна у самарской молодежи и во второй половине прошлого века. С 60-х до начала 90-х годов на вопрос «Кем ты хочешь стать?» ответ в половине случаев был однозначным – космонавтом. К сожалению, почувствовать невесомость никому из курсантов Куйбышевской школы не удалось. Однако многие стали успешными в жизни и даже героями. Сегодня ребята в экскурсии рассказали про Алешина Игоря Викторовича. Он выпускник 93-й школы, вот мы с этой школой дружим, и выпускник нашей школы юных летчиков-космонавтов. И погиб он в Афганистане в 86-м году, старший лейтенант авиации. 12 апреля ученики 69-й школы встретили на торжественной линейке. Вспоминали героев былых времен. Первого космонавта Юрия Гагарина и основателя Куйбышевской школы юных космонавтов Аркадия Бойцова. Многие наши педагоги знакомы были с этим человеком, замечательным человеком, великим, в то же время очень простым, как очевидцы говорят. И, конечно, было решено в 2006 году присвоить сначала имя, звание нашей школе этого человека. Космическая неделя в 69-й школе продолжится гагаринскими чтениями. Свои работы на суд жюри представят школьники со всей Самары, начиная от научно-исследовательских проектов, заканчивая литературными произведениями. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.